Готова становиться опять бабушкой. А я не знаю. Вот мы вернулись с прогулки. Сегодня 7 число. У меня будет кесарево. 12 часов. Сейчас у нас 10:09. В общем, скоро увижу со своей дочкой. Я надеюсь, что дочку. Может, и сыном. А, сейчас я уже ни в чем не уверена. Если у меня ребенок не так лежит уже, то я не знаю. В общем, будем потом звонить на Украину. Напомню. Сейчас на пути в больницу. Надо заехать. Ну ладно. Как там наш папа? Папин жопа. Here's mommy on the way. I love you, mommy. I said I didn't get a picture of you going to change. I'm going to change. Oh no. What? Battery is too low, it says. Damn, I forgot about that. You didn't take the charger? Angelique, and she was 7 pounds 6 ounces, 21 inches long. Born at 12/34, 11/7/2000. A little girl, and now she's sucking on a glove, ain't she? Yeah, she is. She's hungry. She's ready to go, ain't you, baby? She's gonna be a breast baby. Mm-hmm. Hopefully, Mama wants to. I mean, you know, sometimes they never know. I think she'll do fine. But I just did. She's not gonna do anything. Put your legs in the wrong place, baby girl. Вот она, наша мамочка, поправляется, отходит. Счастливая, красивая, макияжная. Вот она, Гренни. Там он медсестра. В камеру попала. Гренни тоже счастливая, да, бабуля? Бабушка, скажи, стала. Живот у нас сразу флет. Все, упал. Классно. Я еще не успела увидеть. Мы уже оценили, там уже нет. Вот эта подушка. Да. Я совершенно Мари... себя не чувствую. Ничего, Марина чувствует. Старается чувствовать. Он добывается, роза, да. Кабель. Вот так вот. Кабельечка у меня сладенькая, такая носенькая, плакала. Ну, вообще с папой плакала. Там мне ее принесли, она же... Успокоилась. Почувствовала, чем мать начинала. Ну, знакомая что-то. Звучит знакомо, но... Я уже это где-то слышала. А так странно, я так знаешь, ее трогаю, потом... Можно или нет? Она уже тяжело, носа же сразу. А потом они говорят, ну вот, вы можете поцеловать. А мне так ее думаю, она же такая как будто чистая. Ну да, стерильная. Так вчера нам всем давали держать тоже, так конечно. Не говорили. Такая маленечка, ну видно, что такие щечки. Да, и пузо, и ноги, все полное. Девочки и дети, а наша... Сегодня день там белый. Там наша только вы, нас вы. Свежая, да. Только. Poor bread. Медсестра сказала, что у них двое детей было сегодня утром родилось. Еще вчера много. Ну, как дети были, когда мы приходили, только они все с мамами были. Сидели. Папа голодный пошел кушать. Да, бедненький, нанервничался.
Ну ничего, такой тоже свеженький, как огурчик. Ну ладно, до следующего раза. Это маленькие приведут. Сохраним батарею. Ну ладно, вон мамочки там. Лежит девчонка, ручкой машет, кстати. Посмотри, и ногой, вот так вот. Вот баллистка, блин. Вот такая, танцевает. Да, открыла все, посмотрите, я девчонка такая. Вот вам моя пятка, вот вам моя ручка. Анжелика, камон. Ну-ка, куколка, поворачивайся сюда. Да, не хочет. Моя ты девочка, вот так, да, ручками, ножками. Сейчас пойдем мамке покажем, а то ей там уже не мется. Где ты, моя девочка? Пойдем покажем. Давайте, девушка, одевайте нашу Лялю. Что вы на нее смотрите? Одевайте уже ее. Да-да-да, одевайте. Вот она ее, мама успокоилась, видишь? Тебе шлайм-то родили, покикать. Ну ладно, мама говорит, там еще кого-то везут. Ну все, вот наша девочка. Анжеличка, помаши ручкой, тетка. Вот так вот вам ручка. No, she's not. You can hear this baby. He was crying. Надо поворачиваться там. Попочка наша. Анжеличка, поверни головку. Фиг вам, он палец показал. Yes, she's still in recovery room. Ну, еще мама куколька такая. Сейчас мамке покажем ее. Вот так все. Ну там вы все уже будете. Where's Granny coming? She's looking at mommy. Ну вставайте, к внучке. Ну вас не видно, вы нагнитесь к ним как-нибудь. Ну конечно, вы. Ну смотрите сюда, тетя. Ну все. Кукла такая. И так вот, заколебались-ка. Все, успокоилась. Кушать хочу. Вот они, две девки наши, мамка и дочка. Вот они, куколки наши. Да, она же, ну, подайте, посмотрите. Вот так же все, мы платим. Обзора. Филинг. I'm gonna try to feed baby. There they are. Mother, daughter, granddaughter. Mom's talking smack. Mom's talking when baby's hungry.
That's what I'm saying. She was in there sucking on her fingers, crying earlier. I don't know how to start it. Should I get my colostrum out? Get your what? Colostrum. Free milk. I don't know. That's out of my league here. I didn't read about that's that. That's why I have a nurse to help me out. And that's it, you know, so Sandra, she says that it's pretty hard for the first time. Pretty frustrating. She needs first wants to start Pretty girl. It's you. Don't worry, it's not your head. Breastfeeding little Angelique. Seven minutes on the left. We don't know about the right yet. Still doing good though. I'm just getting my baby. Yes, too bright. How's mommy feeling? Like a mommy now? Love you. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.